Яна из Житомира. А кто должен обеспечивать контраст в моих отношениях с Творцом? Он или я? Я ничего не делаю, на самом деле. Я только должен разбираться, как Творец меня подставляет. Но я все, но в этой разборке, в моей, в этом анализе, должно быть самое главное, что все исходит от Него. То есть в каждый момент времени, в каждое мгновение в жизни я должен все время закорачиваться на Него. Эта мысль от Него, это действие от Него, это произошло от Него, это все. Если я все в своей жизни закорачиваю на Творца, я иду постепенным, шажками, правильным путем. Но искусство до тех пор, пока его полностью не раскрою. И тогда вся действительность пропадает, потому что она раскрывалась мне только для того, чтобы я связал ее с Творцом, с корнем. И остается только сам корень. Я с ним. А мира нет. Поэтому называется улам от слова алама. Призрачный. Призрачный.